Привет всем! Ну что, дождались? Это второе видео с динамиком DL Audio Griffon Pro 12. И в этом видео будем слушать его и смотреть, что он может. Посмотрим, какой ход, посмотрим, насколько громко играет, насколько получается у него шатать машину. Посмотрим, будет ли ветерок с одной двенашки. Ну и расскажу свои впечатления. Ну чё, пацаны, вот запилил я коробок под него. DL Audio Griffon Pro 12. Вот такой ящичек. Белая труба. Коричневый, шоколадный. Это морилка. Пока сверху больше ничем не покрывал. Вообще была идея там сделать какой-нибудь из шерсти такой, типа прилепить куски декор. Но, блин, это уже время много занимало, затягивался процесс, поэтому я вот решил быстренько посмотреть, как он играет, потом вытащу, может быть, еще что-нибудь придумаю. Белая труба. Усилитель DD 2,5 кВт, САП подключен в 1 Ом. Чистый объем ящика 67 литров, 160-я труба, длина 55 сантиметров. Настройка ящика 32-33 Гц, ну 33 ближе. Ну что, мужики, какие впечатления? Что могу сказать? Ну, блин, играет бодро на самом деле. Хоть, ну, конечно, усилитель 2,5 кВт, он его раздувает как надо. Под сраку ему дает, САП нагревается нормально, но терпит живой. Вот, громко. Ну, в этом видео мерить я датчиком ничего не буду, это будет в следующем. Так, по ощущениям, бодро играет, шатается лоб, зеркало трясется, ветерок есть, воздух по машине однозначно ходит. Челку трясет, так как у меня лысина, особо не видно. Я вот на камеру пытался снять, не знаю, будет видно, как там три волосинки шевелятся. Вот, пакет шевелится, салфетка шевелится, ход бешеный, вы сами это видели. Играет достаточно громко для одного динамика, прям огонь. По звуку сложно мне сказать, потому что я парюсь сейчас со звуком, с усилителем, я уже говорил в других видео, что-то со звуком у меня сейчас происходит, я не могу определить, поэтому адекватное мнение, как он играет, я не могу сказать. Но в целом, как бы, ну, нормально, нормально, приятно, ничего такого криминального или плохого я про него сказать не могу. Когда, может быть, поменяю усилок, уже... Может быть, сниму еще один обзор, и тогда уже более точно, может быть, скажу про этот САП. Вот. Но опять же, это вот только первый запуск, это первое впечатление. Он сейчас чуть поиграет, разомнется, разыграется, как бы и громче, и лучше по-любому станет.
Так что, пацаны, сейчас включу, может быть, сами оцените. Давайте, кто в наушниках, слушайте. Громко делать не буду, чтобы именно оценить звучание. Ну, ребят, еще пару слов по поводу игры, звучания. Что хочу сказать, что Саб и негров способен играть, и обычные треки он хорошо отрабатывает. Вот, еще буду кататься, слушать, разминать. И следите за каналом, будет следующее видео, очень интересное, пока говорить что не буду, но с участием этого же Саба, также померяем его и кое-что другое. Так что всем удачи и пока, следите.